Всем привет, с вами Кулер. Всем привет, с вами Кулер, и мы продолжаем проходить карьеру по 15 за Тоттенхэм. Сегодня у нас матч со Сток Сити. Если буду сегодня кашлять, извините, немножко приболел. В общем-то. Состав по взглянем. Ничего может быть такого изменить. И да, Эриксон у нас травмирован, к сожалению. Давайте, может быть, Дэвиса выпустим. Чёрт. Сколько лет Дэвис, кстати? 21 год, а нашему генералу 24. Так, Дэвис, давай-ка сегодня ты будешь играть. Он вместо генерала. И Дайра выпустим вместо. Так вот. Дэнни Роз встанет за Нину вместо кого ты встанешь. Давай вот так. Три защитника в замене, это нормально. Так, в общем-то. А, я еще кое-что хотел, чтобы в этом матче Чарли упустился на поле вместо Тау. Все, теперь точно все. И давайте играет со Сток Сити. Пусть они в этой форме играют. Да, Мусан Дембеле теперь на ЦАП у нас играет. В общем-то. Зря я так ударил, конечно, ладно. Так. Ладно, начинаем матч со Сток Сити. В общем-то, на нашем стадионе. Солнечная погода сегодня. Хорошая такая игровая погода. Эрик Ломела, что его вот здесь показывают, не знаю. В общем-то, стартуем. Так. Начинают, в общем-то, Сток Сити. Так, неторопливо. Перепасовываются. Сейчас уже может быть опасная атака, но Дзонзи не дал туда передачу, я думаю. А сейчас дал передачу, удар. Воу, офигеть, Сток Сити. Начало у них вообще прекрасно получилось. Ну ладно, не сдаемся. Мусан Дембеле. Сальдада. Так, потихонечку. Чарли. Мусан Дембеле. Так. Чарли. Кайл Уокер. Ай, ну там слишком много врагов было. Ладно, я Вертонген. Спокойненько. Продолжаем игру. А, так. Конечно, у Кайл Уокера. И Арнаутвич. В подкате вышибает мяч. Теперь угловой. Блин, Капуэ. Не заметил, кто подает. Ладно, Чарли. Ай, Капуэ. Не получает паса, ладно. Ой, ошибка. Кайл Уокер. Молодец, Кайл. Муса Дембеле. А, не точно передача. Ну, мы снова отвоевываем мяч. Сальдада. Ай, шикарный подкат. И Сальдада не дают дальше пройти. Смотри, сразу после гола мы просто начали Сток Сити реально. Сейчас немного прессинговать, и они уже сдаются. То есть, уже не так. Пошли в атаку. Вот смотрите, все, мы наш мяч уже. Чарли. Сальдада. Ай. Пытался уйти на скорости, но не получилось. А чё это? Их мяч. А чё это? Странно. Наверное, там от Сальдада ушло. Ну ладно. Так увидел судья. Не мы увидели. Капуэ, давай там. Прессингуй. Ой. Сейчас второй удар, второй гол. Хотя мы пока не били, по-моему, по воротам, может, да? Да, пока только приближались к штрафной площади, но не били, ладно. Дембеле. Мы достаточно медленно флангами играем, все-таки Ломела и Чад не такие быстрые. А Таусон бы я немножко один матч дал. Сидеть на скамейке запасно. Шоу кросс. Защита медленная. Нечего сказать у Сток Сити. Да я так нарушал. Судья.
Так что убежать достаточно солдата с бомбили будет достаточно нормально, если они, конечно, будут шанс. Так, Дайер. Ой, ну только не, ну не, да вы шутите. Не-не-не-не. Давайте сразу же тогда уберем с поля, да, потому что я не хочу играть с травмированным игроком на поле. Через час. Выходи на поле. Все-таки. Ну, травма есть травма, она может поиграть свою роль в матче. А если еще раз он так же упадет, то все. Я не хочу терять такого игрока. Ну как, то есть, он, конечно, запасной, понимаете, тоже. Если что, выйти. Так, Сальдадо получает пас. Не. Сальдадо один расправляться трудно. Одному расправляться трудно. Ну, кстати, Сальдадо лучше бомбардир. О, Дэвис. Красавчик. Сальдадо. Сальдадо. Пенальти. Причем чистый. О. Так, да. Заменяем. Сразу же. Сальдадо выходит. Это Сальдадо, да, будет. И пенальти не потому что ни у кого. Потому что Сальдадо лучше пенальти в Тоттенхэме нету. По крайней мере, на данный момент. Да, 85 пенальти. Дар гол. Сальдадо забивает свой 12-й гол. В английской премьер-лиге. Остается с лучшим бомбардиром. Гоняет там, по-моему, Сильву в два раза. Мы сравним еще со Сток-Сити. Вот так-то. Также был в карьере зачем? Левандовский был лучшим бомбардиром, но место мы заняли всего лишь 5-е. Сейчас, конечно, мы занимаем 6-е, но мы проигрываем там. Вообще, первое место там мизер. Потому что там все-таки очень мало матчей состоялось. Так. Ламела, пока, значит, по-моему, первый раз вообще за игру принял мяч. Так, Дэвис. Дэвис! Прям шикарно, знаете, подключился в игре. О. И к атаке. И шикарно мне. Сальдадо ушел, не дали ему пробить, и пенальти, который он успешно реализовать. Зонти. Сильвал. Не даем, смотрите, не даем мы теперь действовать с Ток-Сити так, как они действовали с самого начала, и вообще не даем им даже сантиметра свободы. А вот сейчас вот хороший подкат от Капоя. Капоя. Ай, надо было раньше, наверное. А вот теперь немножко в защите надо стараться. Паулини. Нарушал. Что, будет исполнять штрафной, что ли? А Девинге? А Девинге? Такая некая подача штрафную, что ли? Ну ладно. Льорис. Эрик. 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 Че я сделал? Ну ладно. Так, Чадли. Пока вообще не пользуемся мы флангами нашими, потому что все-таки они нас не быстро. Они нас, знаете, так. Мы ждем. Ждем момента. Вот, чтобы фланги подучились и сделали свой момент, в общем-то. Капоэ. На Сальдадо. Муса. Бомбиле. Не-не-не, это трудно так прорваться. Так, Уокер. Паулинья. Бомбиле. А, Чадли, Чадли, верни. Ой, ну тут трудно, трудно Паулинья, блин. Не успела передачу сделать. Хорош, Чадли. Сальдадо. Не прорвался. Дэвис. Травма, блин. Арнаут есть. Ну, блин, че ты говорю, блин, интересно, ладно. Наверное, потому что все-таки жалко соперника. Так, ладно. Через час. Мы чуть сегодня тоже травму не получили. Да. Так, Сальдадо. Пока Сальдадо играет не роль недалеко, не нападающего, он как-то. Они с Дембеле примерно на одной линии находятся. Чуть-чуть все-таки на позиции ЦАП, а так по линии. Фиг что знаешь, что делать. Смотрите, видите. Такой прессинг сейчас. Странно. Ну хотя и в атаке. Ой, в защите мы.
хорошо отрабатываем, все-таки не все уходим в атаку. Блин, что-то я прям заговариваюсь, что-то бред несу какой-то. Ой. Один удар, один створ, один гол. Ну ладно. У них то же самое практически, на один створ, один гол. Так. С одним били, с дриблингом. Штрафной! Штрафных у нас вообще никого не осталось, таких именно хороших смотреть. Но Эрик Ланелла в прошлом матче забил со штрафного, так что я не уверен, потому что не осталось. Так. Как-то слишком, ребят, много бросайтесь на одного игрока. Играя спокойно. Оооо. Не пенальти? Что-то был уверен, то что пенальти сейчас назначит. Сряду, блин. Ну, в плане защиты, конечно, отличнейшая защита Восток Сити. Именно в плане защиты, а не в плане скорости. Так, Дэвис перехватывает мяч. Сальдада. Мусадамбиле. Уходи, уходи, уходи. Чадли! О, вот это сейф. Это Бегович такой. Это сейф. Блин, ребят, надо... Блин, опять КП я подаю, да что ж такое? Так, догнать тут надо. Паулиньо, Паулиньо, что ты творишь? Ладно. КП. Не то мы сделали, конечно, ладно. Запрессинговать, запрессинговать. Кайл. Не дашь, не дашь. Так, вот сейчас без флангового защитника играют Сток Сити, поэтому нужно флангу атаковать. Чадли. Нет, прибежал. Но Чадли-то... Не. Выбивают. Ой. Тихо. Тихо. Подача штрафную, Дэвис. Потому что я подумал, надо атаку поставить, все-таки мы жмем, жмем. Сильно жмем, поэтому... Надо только последнего именно удара не хватает. Ладно, Чадли. Чадли. Чадли убегает от всех. И Паулиньо! Ну, это кто был? Это Паулиньо? Нет, это был Муса Дембеле. С рабочей левой ногой и с фиговой правой. Блин. Момент был очень мощный момент, который можно было забивать, но не проперло. Ой, сейчас моменту. Ой-ой-ой, развозили-то, развозили, но это сейчас за момент с Мусой Дембеле. Мусой Дембеле. КПЭ. КПЭ уходит на скорости. КПЭ. 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 Не орать, не орать, КПЭ. Второй свой гол, по-моему, в премьер-лиге забивает, но каков, а? Этот опорник, который я решил поставить вместо Дембеле, потому что он не справлялся на позиции своего, все-таки он не защитник, но, а именно вот позиции его ЦП. А у нас таких позиций, к сожалению, в схеме моей нету. Бажан. Или Баян, не знаю, как его. Бажан, наверное. Подача пошла, удар! Какой, сейчас, а? Гол выиграл. Так, нет, тут Соляд не дают. С этого момента сегодня нет, согласитесь. Кроме пенальти-то. Так, Чадли. Да, требует там заброс, Сальдада. Вот тут его жмут. Ну вот уже Дембеле пошел просто в корпус, но не получилось, а сейчас, не-не-не, через час. Угурис. Блин, я думал, что сейчас игрок Сток Сити ошибется и все, она мяч останется. О, тихо. Дар, гол! Вот ненавижу такие подачи ботов, реально они всегда проходят.
Ой, ну ладно, Муса Дембеле. Муса Дембеле, отомсти. Муса Дембеле, ну Муса... Ну там попасть просто. Ну, Муса. С таких позиций промахивается, но я даже не знаю. Как тебя после такого назвать можно? Так, это нарушил правила. Ой, это Ян Вертон. И замену не хочется делать, главное. Потому что команда нормальная. Ладно, я прибавлю немножко скорости. Беру Чадли. Нет, я поменяю с фланга на ломовую Чадли, а вместо ломовой выпущу выпущу Таустенда, потому что ломовая вообще сильно не играет, а нужна скорость. А Чадли нормально, более-менее нравится. Ну вы не будете тянуть время. Но ё... Не, ну ненавижу. Ненавижу ботов. Их презираю, глубоко презираю за эти действия вот это. Ну, все. Суператака. Муса. Муса сам пока что. Беги сам. Нету никого такого открытого. Ладно, сейчас. Сальдада. Ну блин, я хотел передачу делать вперед, но думал слишком долго. Ну все же пошло чисто владение мячом. Хорош. Блин. Только сказал хорош, он сразу передачу не точно выполнил. Ну блин. Муса. Ну ёшкин ты кот, а? Да дайте вы мне. Ну все, ребят, я уже все. Это правда уже. Ну слишком, ну. Ну это слишком. Так, мышка мешается. И все, 2-2. В общем-то, незаслуженно. Мы проиграли. Очень незаслуженно. Я считаю, по крайней мере. Потому что... Ну, не даже из-за моментов, а то, что они в конце просто начали тянуть время, у нас же был шанс. Да, был у нас шанс, конечно, но... Мы остаемся на своей... Такой себе позиции, 6-й. Мы проиграем-то всего лишь 4 очка. Победа до ничья. Следующий матч с Халл Сити. Игроки отправляются в сборные. Кто интересно? Много кто, смотрите, у нас. Дэнни, ну, Дэнни, Бен Дэвис, понятно, Пулу непонятно, Фарсон, понятно, Добили Чарли, Вертон, непонятно, Эриксон, значит, выздоровел уже. А, я не заметил, Кайл Уокер, ну, в общем-то, все понятно, кроме Ворма. Ладно, с вами был Кулер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не ставьте лайки. Короче, до свидания, до новых встреч.